Ну, вот немножко еще покажу вам Дюссельдорф. Не центр города, но недалеко от города. Посмотрите, эта аллея, она очень старая. И если посмотреть на деревья, то они даже обрезаны. Но какую крону и какую аллею, ну прямо идешь как под арками. И как раз сейчас 30 градусов жары, но тем не менее эту жару здесь не ощущаешь. Это вообще удивительное место. Это старинный парк. Этим растениям всем по сотни лет, а может быть и больше. И сейчас я выйду к замку, покажу, как он выглядит. Видели, заяц пробежал. Вот тоже подтверждение моих слов. Посмотрите, это дерево, да? Кто разбирается, наверное, может определить, сколько ему лет, но уже точно очень старое. А это как из сказки. Мне оно какую-то ведьмочку напоминает. А вот там среди деревьев замок. Ну вот скульптура, конечно, сомнительного качества. Не знаю, насколько высока ее ценность, но скульптура на мосту. А вот и живность. Живности тут полно. Когда-то здесь мне удалось заснять бобра, но похоже, что сегодня он меня не ждет. Смотрите, какие стороны выходят, думают, что сейчас они получат угощение от людей. Нет, вот этого угощения они не хотят. Но здесь просто сказочное место. А это, ну где вы еще найдете такую прелесть? Посмотрите на этот пруд. При старом старой сказке, или как там, в старом замке пруд. Здесь лилии растут. Если присмотреться хорошо, здесь эта живность вся бегает. Они как балерины на своих длинных ногах, и как они не тонут на этих листьях. Это водяные курицы. А, ну, да, бежит, вон, посмотрите. Я присела. Не хочет показывать нам свое искусство.
жалко, пора заканчивать прогулку. Я с удовольствием знакомлю вас с интересными и симпатичными уголками Дюссельдорфа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и до новых встреч!